Топ-50 гачи-ремиксов по просмотрам. Ну чё, ребят, заценим? Заценим, это же наша тема. Мы в этом шарим. Мне даже интересно, что там по просмотрам вообще среди гачи-ремиксов. Так. Всем привет, вы на канале Патрик Мюзик. Здорово. Меня зовут Коля, и на днях мне пришла достаточно гениальная идея. Все мы любим гачи-ремиксы. Кого-то вообще Саня зовут. И поэтому я решил сделать подборку. Точнее, сначала сделал опрос в своем сообществе на канале. 75% поддержало эту идею, поэтому сегодня будет... Да это потому, что я тебя начал смотреть, и моя аудитория к тебе немножечко, скажем так, подписалась, и... Все, и тут сразу гачи начали выходить. Топ-50 самых просмотров. А что у него еще выходило, подождите, за последние дни? Топ-100 песен Шазам, август 2021. Понял тебя. Смотримых гачи-миксов за всю историю Ютуба. Сейчас, это, надо лайк, еще сделать топ-50 мешапов. На Ютубе больше нигде не найдешь. Только там я не знаю как, они же на Ютубе особо не это. Зайдет, то не актуально. Да давай уже, блядь. Нормально. Трактор. Мне больше интересно, можно ли сделать гачи-ремикс на песню Мазелова «Трактор». Нихуя себе просмотров. И это только номер 49 и уже 900 тысяч? Ебать, а шо на первом месте? Я думал, там наоборот, типа, просмотров не так много будет. Уже? А дать послушать. Твоя тёлка просто чушка моя, бэйби. Бабушка! Широ, спасибо тебе большое за переподписку. Так, дать погрузку. So тут не только русские гачи-ремиксы, я понял. Не, мне понравился из последних Слав Мерло вот этот вот Камри 3.5. Вот это был охуенный гачи-ремикс. Вот это, кстати, тоже крутой ремикс. Вань, берем просмотр, уже все. Бля, где стрелки, он не зайдет, не увидит, не увидит и не услышит, что мы тут слушаем. Ну, блядь, один Моргенштерн, ёб твою налево. Во! Вот это заебись, реально. Кстати, на редкость, это нормальный трек у Макса Коржа. Я под него даже немножечко плакал, если честно. Макс Корж, вот как бы, да. То есть у него такие обычно быдло песни такие, ну чисто такие пацанские, скажем. Не быдло, пацанские, но этот трек реально хорош такой. Не разорви, блядь, anal. А, Арина Гранде, спасибо тебе большое за уже год переподписки. Нихуя, блядь, нормально. Короче, я так понимаю, что гачи-ремиксы, они наиболее актуальны лишь только у нас в России. Ass of blood, so horny. Paladin, my bondage gay website.
Малый пососи. Владимир Путин. Кто? Политик лидер. Блядь. Я в ахуе, конечно, сколько их вообще. Кстати, мы почти приблизились к номер один, но просмотров не на... Ну, как бы, они, конечно, увеличились, их стало больше, но я думал, там будет по несколько десятков миллионов, а оказывается, не так уж и много. Boy next door. Разглядеть не просто. Ебать, что нафиг, как два ляма. Stick your finger in my ass. Fucking coming. Снова говорю. Fuck you. Бля, ну это не самый лучший гачи-ремиксы, почему так много просмотров? Ёб твою. Стрелял я в вас. Пять лямов, ебануться. Чего? Это первое место? Ну, вот прикольный если ремикс. Если тебе понравилась подборка, и ты хуй. Вообще понравилась, ребята. Лучшая подборка, из которых она вообще у него точнее были.